Видео сделано при поддержке моего телеграм-канала. Там будут выходить тизеры моих роликов и переводы без цензуры. Ссылочка находится в закрепленном комментарии. Я никогда не любил себя в качестве игрушки. Но у меня всегда был любящий хозяин. Он всегда играл со мной. Он всегда был рядом со мной. Все с самого начала. Я очень благодарен за все те воспоминания, которые у нас были. Я просто хотел бы, чтобы он остался подольше. Теперь, когда его нет, что я буду делать без него? Я никогда не смотрел на такой красивый вид, я всегда была в его доме. Это чудесный вид. Какой ценой? Это не реальность в любом случае. Я никогда не любил себя как игрушку. Я больше не хочу бы.